Сегодня нахожусь в салоне Lotus Spa, Thai Spa. I like Thai massage and feet massage. Feet massage is really, really cool, very amazing, very beautiful. Он раскрывает мощный потенциал для человека. Тайцы считают, что фит-массаж на ногах очень много, как бы на самом деле очень много жизненно важных точек. И если ты душевно устал, нужно обязательно делать релакс. Вот всем советую делать тайский массаж, заиметь своего мастера, желательно на работе, чтобы в минуты покоя делать вот такой релакс. И будет вам тогда счастье. Будет и деньги, и бизнес. Здесь вот такая атмосфера. Уютно. Звучит музыка. Вот это тайский татами. На лицо завязывают полотенце. И, в общем, вы лежа находитесь в полном покое, глаза завязаны, короче говоря, есть время поспать. Сейчас я сегодня заказал на час часовой, есть получасовой, часовая программа. Вот я часовую программу заказал, я думаю, что сейчас я посплю в это время, пока делают массаж. Это на самом деле круто, потому что обычный массаж, который длится часовой, там ногам выделяют очень мало времени. Но мало прорабатывают, там буквально там, ну может быть максимум 10 минут, если попроще. А ногам нужно посвящать больше времени. Я считаю, это лучшее время, которое можно посвятить для себя и для своего здоровья. А когда еще и мастера, знающие свое дело, профессионалы, то это вообще здорово. Сейчас минута тишины, и просто буду показывать работу с ногами. Ну и всем рекомендую Lotus Thai Spa, который находится в городе Караганда на улице Гоголя. Это новый салон. Здесь вот такие специалисты хорошие, которые делают профессиональные релаксирующие процедуры.
Окей, супер. Найс. 20 минут, окей. But you can relax. Окей.